Читать умеешь? Фотографируй тоже всех. Да, на отъезде. Слышишь, это я для этих самых. Для ДПСников. Майк вот одел. Оля хорошо стояла сейчас. Так, сборы полным ходом. Ну что, давай. На 30-й международный фестиваль «Соловин-Трель», вы знаете. Мы едем на микроавтобусе, да, юбилейный. Сзади Володя Лысак на машине. Вот у нас такая вот экспедиция. Значит так, ребята, я вам ничего не стал в контакте после новости. У нас была проблема с организацией, в смысле с транспортом. Вот только в Реже мне привели вчера в 10 часу вечера. Нашего водителя зовут Вреш. Он армянин по национальности. Нормально мне сказали. Парень контактный. Едем все вместе, будем жить все вместе. Едем, едем до Брянска по Киевскому шоссе. После Брянска я пересаживаюсь к водителю, у меня есть карта, и там заезжаем, ну там уже в Курск. И вот остановились на трассе, и там было удобно, знаешь, три в одном. Магазинчик, заправка, по-моему, туалет. Ну, а уже ехали по всем промежуткам. Гитарная струна на фестивале, огненская нота. Слетаются друзья из разных городов. Привал на обочине. Еще и стульчик. Так, ребят, пойдем. Летают с такой скоростью. На кого ты обиделся? Андрюха. На командира. За что на него обиделся? Он курит. Он курит. И куры все? Куры клюют, а петухам-то не дают. Не надо мне уговаривать. Только за то, что куришь. Не пойду гимн петь, потому что прицов курит. И не жемчую, бормочу. Я обиду высказываю. Под кругом черного зонта стояли, слившись воедино. Он и она, шел сильный дождь, а городская бригантина плыла в неоновых лучах. Трамвай пузатый пробил склянку, а ветер вывернул тот час осенний парусный знак. Узнал ли в парне я себя? Узнал ли девушку, быть может? Но было ясно по губам, я счастлив. А если верьте, что в этом конверте, не надо мне сердце в хорошие руки, в пожизненное владение, хранить его дальше от лжи и разлуки, поддерживать в нем горение. Цена здесь намного прекрасней, выше нелепых бумажек. От вас я хочу лишь три слова услышать. Мое сердце ваше, цена. Через неделю пройдет. Стану невесомою, стану легче перышка.
Такой чернозем, да, вот. О, какое поле красочное. Это река Сейм, да? Да, Сейм. Сейм. Принять. Я вчера была прибожа, симпатична и мила. Но откуда эта рожа? Водки меньше бы жрала. Я мужчина, да и то не выпью столько. Настоящий рыцарь женщин не вини. Мой сударь, куда мне? Аж мурашки по спине. Это просто с бодуна тебя тошнит. Ах, с лицом моим неладно. Я помочь сумею вам. Вот стакан воды прохладной. Лучше пиво. Трам-пам-пам. Слушай, а давай. Нет, у нас нет, я с города области, Калужской области. Подождите, мы сейчас записываем. Студенова Алина. Студенова. Автор? Да, поэт. Поэт? Не меньше. Волчьи войны добиты души. Так хмелен и душист, отвар тихий, пряный, елово глуши. Солнце серое жжет глаза. Расставание, как будто во сне. Ты и рыжий печальный рассвет одинаково дороги мне. Спасибо, Ольга. Спасибо. Умница. Так, спасибо большое. Спасибо. Вы что, даже ничего не скажете? Ну, а что тут говорить? Да. Гениально? Не меньше. Ради раны синяков. Автор. Полный. Я вот думал просто, я бы слушал ваш диск, и я понимаю, что вы мне очень симпатичны. Ну, то есть, мне симпатично, как вы думаете, как вы исполняете, что мне симпатично, что вы целиком погружены в песню, там, да? Первый шаг неверный, по спине холодок, а внутри вечер, и я влюбился тогда, наверное. Нисколько, вот здесь даже голодом нисколько не мешает, а наоборот живет нормальной музыкальной жизнью, лишь бы только он не сбился, лишь бы не остановился, танец длился. Замечательно. Спасибо. Ну, здесь есть, да, есть. Понравилось. Видно, что это внутренняя работа, даже вот эта строка, да, и насчет разговора, как молитва творит. Да. Хорошая, прекрасная находка. Ну, то есть, это ж, когда захочешь, то можешь. И ритм. Да, есть. Ты хочешь, всегда может. А, значит, это самое. Вот это вот. Унесет бочкой нашу. То есть, такая шутка на читателя. Фактически. Она, ну, и о чем, поймочка. Вот. А, здесь колыбельные, замечательные какие-то у тебя образы такие возникают. Да? Образы классные. Образы хорошие, все видно, что у тебя душа чистая, и ты хочешь что-то сказать.
немножко это, немножко корявость. Каждое утро и никак не отвести взор от заката алого. Так и будем играть в прятки, ежедневно и еженочно. Искать мы, я скрываться. Нам забава, Алик, прости. Как нам сегодня видеть с поэтами? У нас, по-моему, самая классная мастерская. Да. У нас они в домой ставят галочки и вычеркивают. Да. Ну, это то, что вы поняли. Я вообще поняла. Вот тут закрутилось. Это как раз Фейсбук. Назвал стихотворение. Это вы поняли все. Я думаю, что у вас это все происходит. В общем-то. Так или иначе. У меня салочки. Жаю липкую, мой желанный, славный, пылкий мой. Угощайся, земляника. Проходит, а там, где нет меня, идет, а дальше больше. Каждый день я стал слышать злые голоса. Где ты, там только наваждение. Где нет тебя, там чудеса. Ты только врешь. На вышине дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить, у нас замечательный дуэт из города Обнинска. Я сам из Зеленограда. Меня зовут Сергей Рубашкин. Это Алена Рачкули. В данный момент она живет в Москве, а мы дуэт из города Обнинска. Раз, о, куда попадает звук? О, раз, вот два, три, четыре. Вышел зайчик погулять. Последок я скажу. Владимир Васильев, город Харьков. Человек, без которого соловьиную трель мы уже с трудом воспринимаем, потому что всегда звучит его замечательная песня, и его песни всегда звучат на всех кострах, фестивальных, пионерских лагерях. Просто в хороших компаниях. Юрий Гарин, город Москва. Ну, дальше я называю имя. Вы все понимаете, потому что этого человека вы очень хорошо знаете. Константин Тарасов, город Москва. Таланты ее уникальны, что она только не делает, но поет она великолепно. Лариса Брохман. Именно она является руководителем мастерской, одной из участниц мастерской, руководителем ее, где отбирали ребят для детского конкурса, который сейчас начнется на этой сцене. Итак, следующий член нашего жюри. Павел Фахрутдинов. Без этого человека тоже фестиваль бы не состоялся. Директор фестиваля «Соловьиная трель» Александр Шестеряков. И председатель нашего конкурсного жюри Леонид Сергеев. Уважаемые члены жюри, обратите, пожалуйста, внимание, у вас на... Старый, но по-прежнему буду глупой. А в глазах твоих спустя годы я увижу... Клочок неба. Сумерка, послушай, послушай меня. Hey!
так мало, гитару, стаканы и много удачи. Море поет по ночам свои песни, а значит, маршрут обозначен. Звезды заменят нам карту, и компас оплатит, и палец обратный билет. Ты видишь, ты знаешь, что выбора нет. Кто поймет меня здесь? Кто услышит? Кто удержит меня на карнизе в ладони ширину? И роса по своей природе выпадает каждое утро. И никак не отвести взора от закатно-алого неба.